Birthday to you. Stop. From beginning. From beginning, the same. Okay, you start. You start. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Igor. Happy birthday to you. We love you. Всем привет. Вчера был замечательный день. У меня был день рождения, и мне исполнилось 40 лет. Но была приватная вечеринка, я не могу вам ее показать, конечно. Шучу, конечно. Вообще, я люблю отмечать свой день рождения только в кругу своих родных людей. Но так как на борту их нет, я отмечал со своими друзьями и коллегами, немножко выставился для них. Ну, в общем, тема сегодня не об этом. Я очень рад тому, что я работаю вокалистом в театре на борту круизного лайнера. У нас огромное преимущество, у нас, это у артистов, огромное преимущество над другими департаментами в том, что мы имеем достаточно свободного времени на свое саморазвитие. Я обожаю воркаут и за неделю до своего нынешнего контракта приобрел гимнастические кольца. Занимаюсь с ними на борту уже месяц, и есть небольшой прогресс. И прямо сейчас иду с вами тренироваться. И да, друзья, занимаюсь я за кулисами театра. Здесь мне никто не мешает, и есть место, куда можно прицепить кольца. Сегодня я хочу выполнить три разных упражнения. На каждое из них по 5 раундов. Перерыв между раундами 2 минуты. Первое упражнение — это будет подтягивание с уголком. Второе упражнение — отжимание для трицепса, как на брусьях. 5 раундов тоже. Третье упражнение — тоже будут отжимания, но для грудных мышц. Попробую несколько вариантов, но 5 раундов. Все я показывать вам не буду, иначе видеоролик будет слишком длинный. We'll be right back.
упражнений. И все они будут очень хорошо укреплять ваше тело. Поэтому, если у вас есть такая возможность, рекомендую. У нас сегодня три шоу, и я очень хочу показать их для вас. Но, к сожалению, пока что не могу этого сделать. Компания MSC на этот сезон прописала новые правила. Мы не можем выходить туда, где находятся пассажиры. Надеюсь, что правила в скором будущем изменятся, и все-таки мне удастся это сделать. А знаете что, друзья? Мы решили спеть для вас из-за кулис песню «Контепортиро». Раз, два, три. Контепортиро, суна випер марі, ке олосо, но не зістану п'ю, конте йо лірі вибро, конте партіро. Итак, друзья, до встречи. Пока.